Что ж, Иисус Христос верил, что персонажи Ветхого Завета жили на самом деле. Он верил в Адама, верил в Ноя. Он верил в истинность описания сотворения о первых людях. Вот представьте, во все это верил Иисус и делал основанием своего учения. Вот задумайтесь, он верил в историческую действительность истории об Ионе. Почему я об этом говорю? Я говорю потому, что люди во времена Иисуса жаждали знамения, что Он действительно Мессия. И, наконец, Господь ответил им и сказал: «Вы просите от Меня знамения и не веруете. Я дам вам знамение. Это будет последнее знамение. Как Иона был 3 дня и 3 ночи в чреве кита, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». И, по сути, вот что делает Иисус. Он говорит, что вы сможете понять, что Я тот, кем Себя называю, только тогда, когда Я воскресну из мертвых. Но чтобы дать это понять, Он обратился к истории с Ионой, который был в чреве рыбы. Если бы Иисус сам считал, что Иона никогда не было на самом деле, или что история с рыбой — это лишь плод воображения, то тогда почему Он будет основывать что-то настолько важное, предсказание Своей смерти и воскресении, и что это объяснит все до конца, почему Он будет основывать это на истории, которая не являлась бы историческим фактом? Это было бы совсем непонятно. И на самом деле вы можете увидеть во многих текстах, Иисус показывает, что Он верит, что люди, упомянутые в Ветхом Завете, на самом деле жили и существовали, и то, что о них написано, они на самом деле делали и совершали. Итак, Иисус часто цитирует Писание, чтобы что-то показать, доказать или даже рассказать притчу. И тому есть множество примеров, что практически невозможно упустить это из внимания, читая Евангелие. Например, в притче, записанной в Евангелии от Матфея, 21 главе, в стихах с 31 по 46, это притча о хозяине виноградника. И ключ к пониманию этой притчи содержится в стихах с 40 по 43, где говорится о краеугольном камне, который был отвержен строителями. А это был главный краеугольный камень. Вы помните, да? И, по сути, Иисус этой притчей хотел сказать о том, что Бог назначил заботиться о духовных нуждах народа определенных лидеров, определенных людей. А эти люди, вместо того, чтобы отвечать на нужды людей, заботились о своих лишь нуждах, пользуясь своим положением. И как следствие всего этого, несмотря на то, что хозяин дома посылал помощников, чтобы исправить ситуацию, они всех их убили. И, наконец, хозяин виноградника решил: «Ну, я пошлю сына своего, уж точно они проявят уважение к нему». И в притче говорится, что и его убили. Иисус использует эту притчу, чтобы показать, как иудейские лидеры поступили с той ответственностью, которая на них возложена, и более конкретно, как это все отразилось на нем. И ключ ко всему этому, как я уже сказал, в стихах 40 по 43. Причем 40 стих — это цитата из 117-го псалма, 22 и 23 стих. Этот псалом часто называется мессианским.
Но цитирование 117-го псалма, 22-23 стих, само по себе примечательно, что тот, кого виноградари отвергли, он, по сути, ключ для всего. Он тот, о ком все. И в результате этого Иисус заканчивает притчу, давая понять, что вы совсем недолжным образом справились с возложенной на вас обязанностью, поэтому царство будет отнято от вас и будет отдано людям, которые будут отдавать плоды в свое время. И, конечно, можно было бы сказать, что вы Мессия, Сын Божий, и поэтому вам нужно оказывать сугубую честь со стороны иудейских лидеров, но вместо этого они отвергли вас и, более того, собираются распять вас. Вы об этом могли бы сказать, не цитируя Писание. Разве не так? Но Иисус решает сказать об этом, цитируя Писание. Причем основная мысль притчи зиждется как раз на этой цитате. Потому что если вы даже не захотите согласиться с притчей, вы не сможете отвергнуть основную мысль этой притчи, потому что она основывается на Писании. И читая Евангелие, вы будете находить еще много-много подобных примеров. Увидите много других случаев, когда Иисус цитирует Писание. Как я уже сказал, чтобы расставить все точки в споре. Если ведется спор по какой-то теме, Иисус очень часто цитирует Писание, и на этом спор заканчивается. Что можно привести в ответ, чтобы отменить написанное в Писании? Да ничего. Что ж, давайте обратимся к другой теме, а именно к тому, что Иисус думал или что говорил касательно богодухновенности Нового Завета. И я верю, что Он это делал. И вот что по этому поводу можно сказать, если вы позволите. И мой довод будет выстроен из двух или трех шагов. И можно сказать о том, что Иисус обещал богодухновенность написанного вскоре Писания Нового Завета. Что ж, мы знаем, что прежде всего Иисус определил некоторых людей быть Его особыми посланниками, апостолами. И Он посылает их проповедовать. Он посылает их свидетельствовать о Нем, даже еще при Его жизни, и уж, конечно, после Его смерти и воскресения. И в Евангелии от Иоанна, в главах 14, 15 и 16, Иисус говорит о том, что Он скоро уйдет. Но Он пошлет Утешителя. И в Евангелии от Иоанна 14, 15 и 16 главы он говорит о том, что когда этот Утешитель придет, то он напомнит о том, что я говорил и делал, и что он от моего возьмет и возвестит вам, и также многое другое сделает. Ну что ж, до какого предела? Что ж, когда апостолы отправились проповедовать, и прошло уже много лет с тех событий, которым они были свидетелями, они отправились проповедовать, и было важно, чтобы они это сделали правильно, если можно так сказать, что их послание об Иисусе Христе, о том, кем Он был и что Он делал, было точным, и это было очень важно. И Иисус обещает, что Дух Святой будет выполнять служение научения, чтобы они смогли проповедовать Евангелие, говорить о Христе,
причем делать это точно. Но неужели это все? Конечно, более чем просто это. Служение Святого Духа обещано и для того, чтобы потом, когда они сядут, чтобы записать о Христе и о своем пребывании с Ним, они запишут все точно. Итак, если мы вникнем, то разве не говорит нам это о том, что когда вы проповедуете, то Дух Святой будет служить вам? И когда дело доходит до написания, то Дух Святой также будет служить вам. Он напомнит вам все, что я говорил. От моего возьмет и возвестит вам. И это пусть и косвенно, но указывает на богодухновенность Нового Завета, который вскоре будет написан. Что ж, можно было больше сказать о свидетельстве Иисуса о Писании, но я думаю, нам здесь стоит с вами остановиться. И перед тем, как мы уйдем на перерыв, позвольте спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы по поводу того, что мы с вами обсудили? Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Да, пожалуйста. У меня вопрос, который касается частоты цитирования в разных книгах. В Евангелии от Матфея больше цитат из Ветхого Завета, чем в других Евангелиях. И мне интересно, не связано ли это с конкретной аудиторией, так как мы знаем, что Матфей писал преимущественно иудеям, а не язычникам. Что вы по этому поводу думаете? Что ж, я думаю, мне следует сказать, что когда я читал, то я не пытался обратить на это внимание. Хотя, конечно, то, что вы говорите, верно. И я думаю, вы в своем вопросе сами объяснили, почему. Хотя, конечно, нам не следует считать, что никакой язычник не прочтет Евангелие от Матфея, и наоборот, иудеи не будут читать другие Евангелия. Конечно, нет. Хотя есть некоторые отличающиеся стиль написания. Матфей действительно говорит, что он намеревался описать жизнь Иисуса Христа, чтобы его читатели поняли, что Иисус на самом деле обещанный Мессия. И если вы ставите такую цель перед своей книгой, то, конечно, вам нужно привести цитаты из Ветхого Завета, которые говорят об обещанном Мессии и что он будет конкретно делать. Поэтому сама цель этой книги могла побудить его к тому, чтобы приводить цитаты из Ветхого Завета. Кроме этого, я хочу добавить еще вот что. Быть может, вам следует задать такой вопрос преподавателю курса по Новому Завету, который будет лучше знать все подробности, а также исторический фон всех Евангелий. Но я бы ответил так, как я это только что сделал. Хороший вопрос. Тогда перерыв. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.